У Гомельском колледже кулинарии стартовал региональный этап республиканского конкурса профессийного мастерства WorldSkills Беларусь-2023 по хлебопечению и кулинарном мастерстве. Переможцы конкурса выступят на национальном этапе у Минску. Какие кулинарные шедевры вырабатывают удельники и какие задачи перед собой ставят, протяг темы далее в сюжете. Алина Даниленко с дзяцінства марыла стаць пекарам. У Гомельскі каледж кулінарыі паступіла свядома. Бацькі патрымалі выбар сваёй дачкі. На нацыянальны этап Аліна спрабуе прабіцца ўпершыню. Аднак дзяўчына ўпэўнена, што рэгіянальныя і рэспубліканскія конкурсы зусім хутка стануць для яе звычайнай справай. У нас хала, получается, это хлеб. Мы готовим его сегодня очень много жира в нём, 30% содержания. Вот это особенность сегодняшнего. Мечтала быть в конкурсе. Пробиться сюда. Александра Вашчыла вучыцца ў каледжы рачнога флоту. Кулінарыю лічыць сваім хобі. Любіць гатаваць здобныя вырабы. Дзяўчына прайшла адборачны этап у сваёй установе. І цяпер марыць праставіць Гомельскую вобласць на рэспубліканскім узроўні. Сегодня гатуем фугас, французскі хлеб, халы, здобныя булачныя ізделія. И слоёнае тесто с начинкой. Самое, наверное, любимое блюдо – это делать вот здобные изделия. Удельники конкурсу повинны приготовить три стравы. Плетеный здобный выраб хала, французскую оладку, хлеб-фугас и датскую оладку с начинкой. На выполнение задания 6 годин. Гэтага часу цалком достаткова, каб раскрыть свой кулинарный потенциал. Все участники хорошо готовы. Подготовили их эксперты, работают очень ответственно, профессионально на площадке. Я думаю, мы увидим замечательные результаты. Гомельская область в лице колледжа кулинарии была номинантом. Два раза мы получали серебряные награды, серебряные медали. И наши участники очень с гордостью несли звание хлебопека в Гомельской области. Перемогу у конкурсе отримала навученка Гомельского колледжа кулинарии Алина Даниленко. Яна и представит нашу область на национальном этапе конкурса WorldSkills Беларусь-2023, який пройдет у Минску в середине мая. Миколай Зайцев, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».